بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دорогие братья и сестры мы продолжаем наше обсуждение посвященное вопросам исламских На предыдущем уроке мы нач закончили рассматривать атрибут, атрибут справедливости Бога и должны перейти к другой теме, а именно к теме пророчества. И посмотреть, что есть пророчество с точки зрения ислама. И рассмотреть важнейшие вопросы относительно данной темы. Но прежде чем приступить к этой теме, в силу значимости этого давайте немножко повторим и коснемся немножко других аспектов того сомнения, которого мы коснулись в конце нашего обсуждения справедливости Бога, а точнее затронули в последнем уроке. Итак, мы в последнем уроке говорили о том, почему Бог наказывает вечным огнем вечным адом людей, которые грешили всего лишь определенное время, всего лишь недолгое время. И в связи с этим мы сказали очень важную вещь, очень значимую вещь для каждого верующего, а может быть даже и для каждого человека. Мы сказали, что человек формирует самого себя в этом мире. И этот мир, несмотря на всю свою непродолжительность, обладает уникальными возможностями и уникальным потенциалом. То есть человек за очень короткое время способен сформировать себя, вылепить из себя создание, превосходящее даже ангелов, или же не извести себя в глубину мрака и стать хуже, чем животное. Это зависит от нас. Мы сами себя формируем. Мы формируем себя сами. Если быть немножко халатным в использовании тех или иных выражений, то можно сказать нечто другое, возможно, которое может быть более понятным для вас. То есть человек может сам себя создавать. И в этом заключается суть свободы выбора, свободы воли человека, которая дана Богом. Бог даровал эту уникальную возможность, чтобы человек сам себя создавал через выбор, через свой выбор, через свою волю. Чтобы он выбирал добро и достигал той цели, для которой он создан. А не выбирал зло, чтобы пасть в самую низшую степень бытия стать самым униженным, самым низшим созданием. Бальхум адаль, как сказано в священном Коране. Нет, они хуже, эти неверные люди, которые не уверовали в Бога, отрицают Бога или совершают многобожие, они хуже, чем животные. Уляйки кель-анам, бальхум адаль, сказано в священном Коране. Они подобны скоту. Потом сказано, нет, если быть точнее, они хуже скота, хуже животных. И в связи с этим хочу подчеркнуть, дорогие братья и сестры, что наша жизнь является крайне значимой возможностью для каждого из нас. И нельзя к ней относиться халатно. Нужно быть крайне внимательным, потому что эта короткая жизнь является для нас строительством, процессом строительства самих себя. Самих себя как вечных, не имеющих конца созданий. Потому что Бог даровал нам бытие, он создал нас. Но несмотря на это, Бог желает, чтобы мы не имели конца, чтобы существовали вечно. В противном случае, какой имеет смысл создавать что-либо, если оно будет временным? Зачем создавать нечто временное? И это то, что мне хотелось повторить относительно из предыдущего урока, из урока относительно сомнений и справедливости Бога. Итак, перейдем к следующей теме, а именно теме пророчества, теме откровения. Но прежде чем коснуться важнейших вопросов данной темы, давайте разберемся и посмотрим, что же означает термин пророчества и что же означает термин откровения. Потому что наша тема, которую мы будем обсуждать в будущем, наша будущая тема, имеет очень тесное и непосредственное отношение к этим терминам, к теме пророчества и к теме откровения. Итак, пророчество, которое в исламской терминологии, это нубува, пророчество, а пророк это наби. Что такое наби? Кто такой наби? С с словарной точки зрения, то есть если посмотреть на это слово в словаре, то в словаре имеются разногласия относительно того, из какого корня произошло слово «наби». Одни считают, и это является более принятым, более известным мнением, что хотя утверждается и нечто другое, нечто третье, утверждается, что у этого слова имеется два корня, то есть Наби имеет как один корень, так и другой корень одновременно. Ну и, соответственно, имея разные корни, означает исходное означает э, разное значение, включает в себя разное значение. Итак, первый корень, который приписывается этому слову Наби, это Наба, то есть весть, весть. Таким образом, Наби — это кто? Наби — это тот, кто приносит весть. Это известно и принято, общепринято среди мусульман точки зрения относительно данного термина, приносящий весть. Второй корень. Второй корень — это Набау, то есть, который переводится как избрание. Таким образом, Наби — это избранный. Тот, кто был избран. Конечно, как мы видим, и то, и другое значение в отношении пророка может быть применено, потому что с одной стороны мы видим, что Наби, то есть пророк, это тот, кого избрал Бог, чтобы донести свое послание человечеству. То есть, вне всякого сомнения, пророк является избранным, избранником Бога. С другой стороны, совершенно правдивым является и другое значение, то есть приносящий весть. Наби как приносящий весть, потому что он приносит человечеству весть, весть от Бога. Это значение слова пророк, то есть пророк, то есть на самом деле слово наби, которое мы переводим как пророк, означает приносящий весть или избранный. Что касается слова откровения, дело в том, что откровение, а именно слово вахи, которое мы переводим как откровение, использовано в священном Коране и в священных текстах, использовано довольно-таки в разных смыслах, в разных ситуациях, в разных случаях. Где-то откровение использовано в отношении животных, например, в отношении пчелы в другом месте использовано в отношении человека, в третьем месте может быть использовано в отношении земли, использовано в священном Коране, в отношении земли, как, то есть земного шара использовано, как мы видим, неодушевленного предмета использовано слово откровение, вахи и так далее. То есть мы видим, что это слово используется в священном Коране в отношении абсолютно разных вещей, разных творений, разных созданий. Поэтому многие посчитали, что у слова ⁇ вахи ⁇ имеется разное значение, ну, то есть несколько значений. У этого слова не одно значение, а несколько значений. Но на самом деле истина заключается в том, что если мы будем более внимательны к этим значениям, то есть к тем значениям, в которых это слово в том или ином аяте священного Корана используется, то мы обнаружим, что все эти значения имеют нечто общее между собой. То есть там, где вахи использована в отношении, например, земного шара, есть некая изюминка, которая также сходна, идентична даже с тем значением, которое используется в отношении, например, человека или в отношении пчелы, животных. Есть нечто общее. И это общее есть Истинный смысл, суть смысла и дух смысла вахи. И что это за дух? Что он означает? Смотрите, в арабском языке имеется такое слово как ревая. То есть это мы обычно переводим как рассказ. Если мы хотим донести до кого-либо что-либо, до чего-либо, что-либо, то мы это делаем двумя разными способами. Можем теоретически сделать двумя разными способами. Или донести это открыто. Каким образом открыто? Да таким образом, чтобы и другие могли получить от этого нашего донесения какую-то пользу. Например, мы хотим донести какую-то речь до другого человека. И рассказываем ему вслух, при других, ну, возможно, не при других, рассказываем. Один на один, но есть теоретическая возможность, что кто-то эту речь может услышать. Это называется ревая, то есть рассказ. Но в другом месте нет. Мы доносим что-либо, но доносим скрытно. Скрытно означает, что доносим таким образом, чтобы другие не могли понять, чтобы другие не могли воспользоваться именно этим донесением. Так вот, вахи является именно таким вот скрытым донесением, в отличие от ривая, который является открытым и доступным практически теоретически каждому рассказом, в отличие от вахи. Но есть еще одна изюминка в слове вахи. Дело в том, что вахи не касается только и только речи, то есть вахи не является донесением речи скрытно. Нет. Вахи является донесение любой вещи абсолютно, но скрытно. То есть, если вы доносите какую-то вещь, если хотите, внушаете какую-то вещь другому, например, человеку, но делаете эту, это донесение, это внушение, и делаете скрытно, то это называется вахием. И это не зависит от того, кому вы внушаете, до кого вы доносите до человека, до ангела, до джина или же до неодушевленных вещей. Это вне зависимости, потому что неодушевленные вещи тоже могут быть предметом внушения. И мы увидим примеры из священного Корана. И также вне зависимости от того, кто доносит, Бог доносит или еще кто-то другой доносит. То есть вахи использован абсолютно во всех этих значениях и используется в арабском, по крайней мере, использовалось во всех этих значениях. И некоторые из этих значений мы, то есть некоторые из этих использований, некоторые из этих применений мы обнаруживаем и в священном Коране. Таким образом, это есть вахи. Например, я приведу несколько примеров. В одном из заятов священного Корана говорится о том, что пророк Закария, ему было сказано Богом, чтобы он не разговаривал. То есть был какой-то период в жизни пророка Закария, алейхиссалам, когда он не мог говорить. И в священном Коране сказано, Фаабха ансаббиху ва то есть он внушил им, людям, внушил им, чтобы они восхваляли, чтобы восхваляли Бога. Здесь говорится о внушении, но здесь его светлость пророк Закари, не использовал никакой речи. Или в другом аяте сказано, что «Ваабхараббука иля то есть «твой Бог внушил пчеле». Или же в другом сказано «Бог внушил земле, то есть земному шару. Все эти, все эти применения, все эти примеры из священного Корана свидетельствуют о том, что это слово имеет довольно-таки широкое применение. Внушить может любой, внушить можно любому, и внушить можно что угодно, не только слова. Например, как в случае с земным шаром, Бог не внушал земному шару какие-то слова, какой-то рассказ. Нет, он внушил нечто другое, внушил ему состояние какое-то земли. Это названо священном Коране Вахьем. То есть, и в данном случае, если говорить о, об откровении, о религиозном откровении, таком как священные Кораны и другие небесные книги, то здесь необходимо понимать, что здесь речь идет о внушении Богом своему избраннику, своему пророку. Внушение чего? Внушение слов нет. Слов да, но не только слов, но и состояние, но и душе, ну и духа. Например, в священном Коране сказано: "Ваназаля бихи амин аля qalbik. спустился с ним с этим откровением верный дух на твое сердце". То есть спустился верный дух. То есть состояние духа. Все это в совокупности есть откровение. Откровение ⁇ это не только слова, это не только книга, которую мы читаем. Но так как наше время подошло к концу, я вынужден с вами попрощаться и продолжим обсуждение данной темы на следующем уроке. Аллах салам, рахматуллахи, аллах ва рахматуллахи, صل على محمد و ال محمد